Что нового в поисковом движении, узнаем прямо сейчас у руководителя и замруководителя Севастопольского отделения поискового движения России Александра и Дарьи Неменко. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Добрый день. Итак, 2 июля в Крыму открылась крупнейшая молодежная площадка этого лета, лагерь Таврида. В частности, там 7 смен, если не ошибаюсь. Первая как раз была посвящена именно вашей специфике поисковой деятельности. И вы там были. Расскажите свои впечатления. Ну, действительно, первая смена была посвящена именно поисковому движению. Изначально, когда планировалось, что Таврида будет проходить в Севастополе, мы готовили достаточно много материала, чтобы ребятам-поисковикам было интересно. Вот. Но по некоторым соображениям этот форум был перенесен на берега Байкальской косы. Ну, чтобы сразу откинуть многие вопросы, сразу скажу, что эту смену готовило поисковое движение России. То есть это непосредственно, в общем-то, работа нашей организации. Вот. Готовились лекции, готовились выступления, готовились форумы. Ну, в связи с этим, в общем-то... То есть весь тематический материал готовили фактически? Да. К сожалению, собственно, наших севастопольских поисковиков было, ну, относительно немного. Вот. Но наши севастопольские ребята там были и держались очень дружно, и было очень приятно увидеть знакомые лица. И причем видели не только севастопольцев. Были казахи наши, которые к нам приезжали, были ребята из далеких уголков нашей родины. В общем, повидали много знакомых новых лиц. В общем, даже тех, кого не ожидали увидеть. Вообще. А кого не ожидали увидеть? Ну, например, мы повидали нашего товарища Бауржана Шаканова из поискового отряда «Ирбис». Ну, вот, как Саша сказал, он с нами работал. Вот, получается, мы лекцию читаем, рассказываем про них же. Вот, фотография на большом экране и... Тут видим, что он удивленными глазами на это смотрит. Ну так, приятно было. А сколько всего человек было? Вы говорите, со всех уголков России приехало. Ну, форум был очень большой. Ну, не знаю, вот тот огромный шатер, так называемый, ну, по сути, это огромное помещение, это, оно было полностью заполнено ребятами, ну, так, грубо говоря. Ну, человек 200, наверное, аудитория. Да, даже больше, наверное. То есть, в принципе, очень-очень много ребят. Вот. И наши лекции действительно они привлекли большое внимание. А в каких условиях это все проходило? Были только лекции или был еще какой-то практический материал? Ну как, вообще форум был построен каким образом? Ребята заезжают, селятся в домики небольшие, уютные. Коттеджи, да? Да, такой? Коттеджики. Слушают в течение дня лекции, несколько там штук этих лекций, а потом в конце дня у них какая-то культурная программа, они там с какими-то гостями общаются, конвейер проектов в конце дня. Они представляют свои проекты, отвечают на вопросы, общаются с экспертами в той или иной области. Ну и в конце дня там какая-то джазовая программа, какой-то концерт, но вот именно что-то такое уже более веселое, молодежное. А конвейер грантов это одно и то же? Либо сначала проекты как-то оценивались, и потом выяснялось? Ну, сначала, естественно, представляется проект, а потом решается, достоин ли он гранта. То есть там еще и гранты раздавали на этом? Да, ну некоторые ребята выиграли грант, но вот, насколько я знаю, мне Саша вот буквально сегодня утром сообщил, что девушка из нашей Севастополя, Анна Глухова, выиграла таки грант на свой. Честно говоря, мы за наших ребят севастопольцев очень рады, потому что они держались очень дружно, они пришли на нашу лекцию. Uh-huh. Нам было приятно, они работали вместе с нами на наших работах. Вот, поэтому было очень приятно их видеть. Они держались действительно вот одной командой. Вот. Севастопольцы, они и есть севастопольцы. А каковы были тематики ваших лекций, о чем рассказывали? Ну, лично наша лекция, естественно, касалась поисковой работы, но мы как ее сделали? Сначала осветили новые тенденции в поисковом движении, то есть что нужно сделать поисковикам для того, чтобы их работа была успешной. Ну, а потом просто рассказали, как, в общем-то, эти тенденции применяются в практическом смысле. Ну, какие-то случаи вспоминали. На самом деле сейчас происходит как бы революция в поисковом движении. Так, как работали раньше, сейчас работать нельзя. Мы, в общем-то, еще когда находились в Украине, мы чувствовали, что дальше так, ну, в общем-то, работать нельзя. Работать надо аккуратнее, тщательнее. И, в общем-то, когда мы влились, вот, вернулись в Россию, выяснилось, что да, действительно, мы абсолютно правы, что с каждым, ну, скажем так, бойцом, с каждой находкой надо работать очень тщательно. На этой конференции прозвучала очень хорошая фраза. Поисковику главное не зачерствить. Вот.
Не относиться к материалу, просто материалу. Просто как материалу, чтобы это не стало там, кого копать? Да каких-то бойцов. Ну, дело в том, что такое часто происходит. Главная революция, вы говорите, революция в техническом отношении, в ведении документации. Дело в том, что вот сейчас наше поисковое движение России, оно использует документацию, разработанную Институтом археологии. То есть военные археологи специально составили бланки документов, с помощью которых надо работать. Это первое. Второе. Вот мы, у нас как бы образ поисковика. Двое ходят, один с металлодетектором, другой с лопатой. На самом деле это неправильно абсолютно. Работать надо только в составе отряда. Первое. Второе. У отряда есть свои подразделения. У него должна быть разведка, информационная служба, та, которая подбирает материал. То есть сейчас по старинке работать уже нельзя. Многие этого не понимают, многие относятся, скажем так, с отторжением к бумажной работе. Да не хочу я эти бумажки заполнять, да зачем оно надо? Да вы выдумываете все, да это глупости. На самом деле, плохо сделанная поисковиком работа – это вычеркнутое имя, это уничтожение памяти, уничтожение информации. Вот чтобы этого не происходило, в общем-то, и переходим мы, скажем так, на новую работу. Немножечко, чтобы обобщить слова Александра Валерьевича, в общем-то, поднимаем мы бойцов не просто для того, чтобы там, грубо говоря, достать кости и захоронить это. Их этого мало. Нужно максимум информации собрать в тот момент, когда ты поднимаешь эти останки, то есть не пропустить ни одной детали. Фотофиксация обязательно, скажем так, замеры. Все это очень нужно, потому что мы работаем не на количество, не на пиар. Мы работаем для того, чтобы потом впоследствии можно было бы поднять материалы поисковой экспедиции и, может быть, задним числом установить те имена, которые, в общем-то... А как удается установить вот эти имена? Потому что я знаю, что проблема поисковиков как раз-таки в том, что бойцы не заполняли медальоны. Не обязательно медальоны. У некоторых может быть там подсумок, котелок, ложка подписанные. Бывают даже такие вещи, когда есть списки, скажем так, захороненных в одном захоронении, ориентировочно дано, скажем так, район захоронения, и, скажем так, есть фамилии, кто захоронен, да? И мы, допустим, подняли могилу, в которой ровно такое же количество людей из того же самого подразделения. Данные. Так было 79-й морской стрелковой бригады. На самом деле, сейчас можно уже почти уверенно утверждать, что это те ребята, которые есть. Есть уже список. В Центральном архиве Министерства обороны его подобрали, там ровно столько вот ребят именно в ту дату захоронено, и именно в том районе. А родственникам вы что-то сообщаете вот после этого? Вы занимаетесь поиском родственников? Естественно, когда поднимается боец, после этого прилагается максимум усилий для того, чтобы найти родственников. Причем здесь все средства хороши. И средства массовой информации, и даже те же социальные сети тоже иногда помогают. Но, к сожалению, не всегда это удается. Александр, расскажи, пожалуйста, про родственников из Бойчакова. Подняли наши ребята поискового отряда «Береговая оборона» Савелия Васильевича из Бойчакова, как раз-таки его по ложке идентифицировали и смогли найти связь с его родственниками, но, к сожалению, они не смогли присутствовать на захоронении 3 июля, которое как раз было. Почему? Потому что они проживают в Волчевске, это Луганская область, и... Сейчас там идут боевые действия, грубо говоря. Не смогли выехать. Да, не смогли выехать. Но они прислали нам фотографии, действительно было очень приятно сопоставить этот скелет огромного человека, да, и видишь, что действительно широкоплечий, плечистый, такой красивый мужчина с копной пшеничных волос, задорный. Приятно такой момент. Помогли семье восстановить Ожил. Теперь они знают, куда приехать, когда закончится это все безобразие, которое творится. Вот то, что вы видели на форуме, то, что вы видите в глазах родственников, да, когда вы им сообщаете, что в душе происходит, насколько вы сами чувствуете рост или спад интереса к поисковому движению, что происходит? Вы знаете, по реакции аудитории там было очень неравномерное. В общем-то, сразу чувствовалось, кто зачем приехал и кто сидит в этом зале. Это не первая, допустим, такая же конференция, не первая встреча. Мы встречались со студентами Курянами, Вятичами, мы с ними беседовали. Там была однозначная такая мощная заинтересованность. Здесь как-то так двойственное ощущение. Некоторые люди приехали чисто для того, чтобы выиграть грант. Да? То есть по ощущениям аудитории, да, оно чувствуется. Но большинство ребят, они, в общем-то, чисты. Не,
Александр Валерьевич тоже, наверное, слишком пессимистичен, потому что очень много ребят после лекции к нам подходило, спрашивало, можно ли приехать в Севастополь, можно ли с нами поработать. То есть их это действительно заинтересовало. Ну, просто было бы глупо ожидать от всей аудитории в 250 человек, что будет одинаково интересно всем. Тем более там были не только представители поисковиков, а и представители военно-патриотических клубов. Это близкое направление с нами, но все-таки немножечко другое. А в чем принципиальное тут отличие? Ну, они какие-то другие сферы, другими сферами интересуются. Кто-то там воспитывает молодежь, кто-то с детьми работает, то есть непосредственно... Но в любом случае вы взаимодействуете, мы взаимодействуем, ваша работа... да, но Кирке и Лопате непосредственно не имеют отношения, поэтому им менее это интересно, чем тем же поисковикам, которые уже работают в поисковом отряде. Ну вот, допустим, с нами работали волонтеры 70-летия Победы. Спасибо Лизе Цукур. Вот там замечательные ребята к нам пришли именно вот из волонтеров. И сейчас мы, в ущерб некоторой своей результативности, мы просто работаем с молодыми ребятами, готовим их. Почему? Потому что подготовка поисковика – это достаточно важно. А что в нее входит? Кратко. Скажем так, умение ориентироваться на местности, четкое знание, кого мы копаем. То есть иногда вот эти знания, они помогают понять, скажем так, кого мы нашли. То есть это своего рода и медицинские какие-то такие знания? И это самое, и медицинские знания, и работа с глубинным металлодетектором, и с обычным металлодетектором. На самом деле это достаточно большой курс. У нас сейчас школа молодого поисковика был первый выпуск. На самом деле, да, я выиграла, еще получается осенью грант на школу молодого поисковика. Я как раз-таки просто по моей части вот именно вот эти новые технологии. Я обучаю пользоваться ребят GPS-навигатором, но не просто GPS-навигатором в чистом виде, а вот при помощи планшета и карт мы работаем. То есть мы генштабовскую карту загрузили именно в планшет. И уже там, вот, отмечая, допустим, какие-то точки на местности, можно замечать интересные вещи. Ну вот наша задача, в общем-то, показать это ребятам, чтобы они тоже умели этим пользоваться. Это очень важно. Вот понимаете, в чем дело? Вот у нас была относительно недавняя история. В июне месяце большим трудом в Севастополь приехал человек из Грузии. Говорит, ребята, здесь нашли моих земляков. Говорю, каких земляков? Ну, в оборонном, говорит, 769-й полк. Я говорю, да не было в оборонном 769-го полка. Говорит, а зачем я, говорит, ехал? Понимаете, в чем дело? Действительно, 769-й полк, он находился в 5 километрах от оборонного. Но где-то пошла информация, вот в средствах массовой информации, да, о том, что вот поисковики нашли бойцов. И он в надежде, что... как бы он как бы побывает на тех местах. Ну, к счастью, повез его на те места, где действительно сражался 769-й полк летом 1942 года. Показал, рассказал, человек немножко успокоился. Вот. Но я же говорю, надо работать очень тщательно. Здесь вранье нельзя допускать вранье. Как вы говорите, не очерстветь, да? Не очерстветь. Это очень важно. Не абстрактных бойцов копать, а четко знать, что ты делаешь. И вот этого мы как раз и учим ребят молодых. Вот. Мы прежде всего вводим их по рубежам, говорим, здесь стоял тот-то, здесь стоял тот-то. Сейчас мы знаем фактически до роты, где кто стоял. Под обороном стояла 3-я рота 1-го батальона 602-го полка. И это однозначно. Вот именно летом. Вот. Зимой там были другие части. То есть все это они обязаны знать. И если они берутся за какой-то участок, они должны ожидать, что они найдут, где, в каком районе, где какая воронка, где какой окоп. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Всего доброго. Спасибо. До свидания.